Культурно-массовое мероприятие под названием «Храним традиции Брестской милиции» прошло под патронажем сотрудников управления внутренних дел облсполкома. Люди в погонах рассказали отдыхающим здесь ребятам об особенностях службы милиции и показали свои творческие возможности. Вся программа была направлена на воспитание подрастающего поколения принципов патриотического мировосприятия. Воспитательной работы УВД Брестского облсполкома сегодня представил совместно с детскими коллективами города, вокальными коллективами, программу концертную, где показал авторские песни, которые направлены на патриотическое воспитание молодежи. Также работали тематические площадки, где отдыхающие ребята могли познакомиться с основными аспектами несения службы и часовых правопорядка. Главная цель, безусловно, доведение до сведения отдыхающих, сведений о мерах безопасного поведения как в общественных местах, так и в быту, профилактическая информация о недопустимости противоправного поведения. Но, безусловно, скажем так, сухая с листа, что называется, информация, законодательство, юридические аспекты детям неинтересны. Поэтому в этот раз мы подошли, скажем так, в более расширенном формате, в творческом таком плане решили подойти к этому вопросу. Наверное, в первую очередь направлена акция на не только профилактическое, но и патриотическое воспитание молодежи. Сейчас дети на каникулах, поэтому предоставлены с большего сами себе. В рамках акции сотрудники милиции напомнили о правилах безопасности, особенно в вечернее время суток, о правилах безопасности на воде и в лесах. Конечно же, сотрудники ГАИ рассказали о правилах безопасности дорожного движения. И сотрудники Центра воспитательной, культурно-воспитательной работы продемонстрировали то, что милиция полна талантов. Акция в оздоровительном центре КОЛА стала первой в череде подобных, которые пройдут и в других детских оздоровительных лагерях отдыха до конца школьных каникул. Юрий Пичур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».